Блин, меня просто запекал захилить про товары. Тоже маг этот, который под хвост забежал, блин, и говорит, что нормально стал. Вы слепые, что ли? Мы это поставьте кастауру, а тотем от льда просто под босса поставьте ближе. Всегда кастаура на ауе боссах в приоритете. Два шамана. Оба можете поставить тотем защиты от льда. Демон один же есть в рейде. Один под боссом, один в рейде. Аура от льда так и стоит. Каст. Кастерскую. В пизду не резайте меня. Не, не залагал, шаман подбежал, губы меня убил, хуям. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь... Не, я, блядь, чё, и мёдом шаманом не пойду. Рост. Ваша жалкая магия теперь бессильна. А теперь почувствуйте. Валите. Беги,
Только беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает... Погибни! На тебе. Ты что, вы сюда проблёшь? Приди, отойдите. А лестница, пожалуйста. Да захилят они. С Олегом что они не захилят? По факту два хила идем. АФК одну минуту писал он. Да, Альпич, у него 5 мегабит с магом. Пускай сейчас один пройдет, он подойдет. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ.
Топор, никогда не кидай на БДК с пула в дилку. Да, забирает. Дай мне 10-15 секунд, я весь свой тагро наберу, потом кидаю уже. Руин, лапу за шаманки, пожалуйста. Кинул, братан. Уронили, Вара. Забрал, забрал. Есть там чумалок? Уже нет. Нет, нет, уже нет. Нету. Давайте гимноману. Беги! Когда еще 30 секунд? Ты молодец. На 40 я проморожу вас насквозь, и вы, блять, череда. Добежал.
Слайд, ну так ты не придумал уходить, не? А ты не придумал уходить на Сириус? Что там хотел? Нет. Разумно. Ну да, а я что уже не думаю, куда ты собрался. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Ледяная скорбь жаждет крови. Посмотрите, где топор рубить стоит. Звездочку поставил. Залечу все, прячьтесь, я похлопаю. Интересно, он сможет это? Ну, это в союзника, короче. Блин. Давайте помахаем ему ручкой. Давайте. Где мой совиный экзекьют? Не, ну у совы нету экзекьюта, поэтому... Натиском сгорели в пламени вашей. Да не будет ничего. Ты отлично их обучил, Фордрин. Ты привел сюда лучших воинов. Но мы с Восколков 4.17 же это вышли только. Ну, спулили, вернее. Так я и рассчитывал. У нас сбор был долг. Наградить за этот невольный подарок. Хилил, проверяйте. Смотри, как я буду воскрешать их. И превращать воинов в плети. Да, пацаны, пацаны. Пацаны, а чё 350-е? Чё так, не по-братски? Ну, два босса убил. 350. Бля, пацаны, ну смотрите, короче. У меня вот сейчас ИП на сове 5750. У меня день рождения сегодня. Давайте, короче, X5 мне устроим на ИП. Прям сейчас, еще 20. С днем рождения. Можете мое ЕП отдать ему? Давай. Короче, у меня нет дня рождения, но сами понимаете, не наебешь, не проживешь. Но все равно я согласен, чтобы мне скинули ЕП. Ну нет. Мне 23, братан. Ага, понял. Мне 28 уже 37 будет. Ну, чё? Сочувствую, брат. Сочувствую. Свободен. Всё кончено. Ну я хуй знаю. Я как бы думаю, то, что я вот годам 30-40 буду пиздец как уж. Да. Поэтому я радуюсь жизни, пока молодой. Слышь, ничего, чаёчек с ягодами заебашишь в деревне, всё будет заебись. Какой тебе лет? Ну дай тебя, блядь. 23, говорит.
Он же сказал, что напиздил. Не лутайте, попросили. Да. Блять, серьезно, никто не лутанул? Вы, блять, охуенные. Я, кстати, тоже удивлен. Специально смотрел, кто лутанет. Бля, жалко, ретри нет. Я пересматривал, разъябывался. Блять, только хуёво, я пацанам своим показываю, разъябываюсь, они не понимают, в чем прикол. Это, блядь, ну это внутряк. Дай мне там, тиренаску упала? Буду двумя тиренасами дома мажить, короче, за руку. Тиренаска упала. Сейчас на ИП. Да, на мальчик, кому лучше. Отдай кому, ребят, кому нужно. Кому? Смотри, печеньки пока на холиках. Могу пригласить члена другой группы. Нет, я не зашла. Что-то я забыла. Дай. Да. Я что-то подвисла. Ага. Так 1250 должно быть. А, я не заметил просто, что 500 было 3. Забыл, наверное.
или может чуть попозже? Не сейчас, да, Олег? Что? А не сейчас будешь собирать? 19.00 или чуть позже? Ага, понял. Отойдут тогда. Шесть и два. Если нет, то вообще слот, точнее, хватает людей, беру уже по ситуации.